А в этом выпуске «Безумный ракетовоз», «Таран оружия рейдера», «Постапокалиптическая карусель», «Мал да удал». Залпы неуправляемых ракет — это, как мы убедились в прошлом выпуске, страшная вещь. Что может быть еще более ужасающим? Правильно, залп самонаводящихся ракет. Машина, собранная автором этого ролика, вооружена аж 5 установками пламя, при этом почти полностью лишена какого-либо бронирования, кроме окружающей ее ауры крутизны и стиля, разумеется. Стеклянная пушка — наиболее точное описание такой конструкции, и, как большинство тачек такого типа, она крайне зависима от умения игрока вовремя менять позиции, уходить из-под атаки и выбирать оптимальные цели. К счастью, все эти качества у ее создателя имеются, так что в бою она показывает себя на высшем уровне. PlayHard TV зарабатывает 1000 золотых монет. Поздравляем! В Crossout игроки делятся на тех, кто оснащает свои тачки орудиями ближнего боя, орудиями дальнего боя и тех, кто ставит на свою машину все и сразу. Владис Ти относится к недавно образовавшейся группе тех, кто не ставит никакого оружия. Как же тогда уничтожать врага, спросите вы? Что ж, для нанесения добра и причинения радости они используют огромное количество реактивных ускорителей и новую кабину, оснащенную несколькими пивнями. На удивление, такая конструкция позволяет не просто уничтожать врага, но делать это с невероятной скоростью во всех смыслах этого слова. Огромные фуры из миссий по преследованию, на уничтожение которых обычно уходит довольно много времени, буквально разлетаются на клочки от такого реактивного тарана. Владис Ти предрекает новую мету на просторах пустошей, за что получает 1000 голды. Что может принести рейдерам больше радости, чем небольшой поход в парк развлечений? Увы. В нем пока есть лишь один аттракцион — безумная ходячая карусель. Но этого более чем достаточно для того, чтобы поднять настроение тем из смельчаков, которые выжили после поездки на центрифуге. Ожидающие своей очереди для усиления острых ощущений встают прямо под вращающуюся стрелу, ведь если в несчастном случае будет уничтожена не одна, а две тачки, будет только веселее, правда? Здорово! Копилка развлечений в Кроссауте, помимо уничтожения друг дружки в бою, продолжает пополняться. Заведующим новым парком является Solvent Systems. Надеемся, этой 1000 монет хватит на месячный абонемент для команды Crossout Show. Когда мы говорим о боевых роботах, в нашей голове проносится изображение огромных ходячих машин, вооруженных до зубов по последнему слову техники. Что ж, этот робот сделан из совсем другого теста. Он невелик, у него нет лазеров, тесла-катушек и систем пуска ракет. Он не имеет устрашающей красной лампочки, заменяющей ему глаза. Все, что у него есть, — это хромированное покрытие, пара простеньких пушек и резиновая уточка. Тем не менее, этого набора ему более чем достаточно для того, чтобы эффективно бороться с врагами схожего уровня мощи, быть полезным команде и, конечно, получать удовольствие от битвы. Кто знает, может быть, когда-нибудь этот малыш примет участие в робофайте. Следите за новыми выпусками. А пока благодарим Plate Lunch за его ролик и направляем ему награду в размере 1000 золотых. Уточке, привет! А теперь пора выбрать лучший комментарий к прошлому выпуску. Лимонистер сказал: «Как я понял, дантисты в будущем вырывают зубы гарпунами». Друзья, обращаем ваше внимание, что процесс зачисления золотых монет может занять до 5 рабочих дней. Каждую неделю мы отбираем 4 ролика победителя, которые поразят нас тем или иным способом. Будь то смех токолика в животе или упавшая челюсть от крутости происходящего. Хочешь попасть в наше шоу и выиграть бесплатного золотишка? Все зависит только от тебя. Теперь давайте обозначим правила участия. Шаг 1. Запиши и смонтируй видео длиной до 3 минут, которое, как тебе кажется, достойно попадания к нам в программу. Внимание! Видео должно быть опубликовано впервые. Закрытые видео и видео с доступом по ссылкам мы не принимаем. Видео также не может нарушать авторских прав третьих лиц или компаний. Шаг 2. Подпишись на наш канал, а также поставь лайк этому видео. Шаг 3. Залей свое видео на YouTube и пришли нам ссылку на crossoutshow@gaijin.ru, обязательно указав в письме название своего игрового аккаунта и электронную почту, привязанную к нему, чтобы мы могли зачислить твой приз в случае выигрыша. Каждую неделю мы награждаем 4 победителей суммой в 1000 золотых. А еще мы отсыпаем по 300 золотых за лучший комментарий недели. Так что снимай, присылай, смотри и комментируй. До встречи через неделю.